Славянские аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. 10 октября в городском доме культуры пройдет районный день урожая, на котором будут чествовать лучших тружеников села. И сегодня мы хотим рассказать о некоторых из них. Оператором машинного доения в хозяйстве Приазовская Анна Назаренко работает уже более 11 лет. Работа сложная, физически тяжелая, без праздников и выходных с раннего утра и до позднего вечера. Но Анна Александровна не жалуется. В сельской местности многие держат хозяйство и с детства приучены к труду на земле. Каждую свою корову, а их у нее 48, она знает по имени. Для каждой найдется доброе слово. Корова – это так же, как и человек. У каждой свой характер. Каждая по-своему, ну как, подходишь к ней, какая-то бьется, какая-то строгая, какая-то не строгая, ну вот как-то так. Клички, да, у каждой коровы своя кличка, они знают свою кличку, свое место. Такая внимательность к своим подопечным и ответственный подход к работе позволил Анне Назаренко в этом году стать лучшим оператором машинного доения в районе. Заняла первое место, больше всех надоила. Корова где-то 40 литров молока дает, коробка. А в чем секрет высоких надоев и первого места? Уход, внимание, забота к животным. Вовремя полечить, вовремя посмотреть. Как-то так. Хозяйство Приазовское славится не только своими животноводами, но и растениеводами. Жачек Сергей Рожко также стал победителем трудового соревнования. Он скосил 740 гектаров. Работаю более 10 лет. Работаю механизатором и на жатке, на уборке. Косим рис. Скашиваем, чтобы комбайны убирали. Ну, работа слаженная. Работаем с утра до вечера на уборке. Получается. Занимаю места там первые, вторые, в районе, в крае. Агропромышленный комплекс Славянского района – это более 20 крупных и средних сельхозпредприятий, а также 110 крестьянско-фермерских и свыше 24 тысяч личных подсобных хозяйств, в которых трудится около 3,5 тысяч человек, каждый из которых внес свой вклад в результаты окончания этого сельскохозяйственного года. И каждый из них заслуживает самых добрых слов за такой непростой, но очень нужный труд – работать на земле и кормить страну. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».